Всем привет-привет из города-героя Хабаровска, да, один город-герой Белгород поменяла на город Хабаровск. Вернулась домой сегодня и уже, ребятам, как говорится, хочу с вами поделиться последними новостями столицы. Наташа, привет-привет, рада тебя видеть, сейчас я тебе помахаю. Вот, поделюсь последними новостями в сфере бизнеса. Онлайн-бизнеса в плане того, как себя мы продвигаем и на что делать акценты. И это касается не только сетевого бизнеса, то есть неважно, чем вы занимаетесь, если вы хоть как-то хотите позиционировать себя через интернет, через онлайн, чтобы вас находили, чтобы не вы искали, да, а к вам обращались, то вот мы про это сегодня поговорим. Про то, каким нужно быть, да, каким нужно стать, чтобы к тебе приходили. Ну, те, кто будут смотреть в записи, да, немножко о себе расскажу. Меня зовут Елена Бойко, и эта страница, закрытый аккаунт, он специально создан для закрытых мастер-классов. Основная моя страница еленка.бойко. Там уже, как говорится, все можно и обо мне, и о моем бизнесе, и обо всем, то есть посмотреть. Это такая больше рабочая страница, и на своем канале в Telegram я даю анонсы, когда на этом аккаунте будут проходить мастер-классы. Те, кто не подписан ко мне на телеграм-канал, заходите на мой основной аккаунт, там есть волшебная кнопка, она так и называется. Нажимаете на нее, переходите и попадаете сразу напрямую в мой телеграм-канал. Есть чат для личного общения, да, потому что на канале односторонняя связь, есть чат для личного общения. Если у вас есть вопросы, то мы там обсуждаем в чате. Но немножко о себе расскажу, да, то есть я онлайн-предприниматель, и в онлайн я ушла осознанно. Мне интересна эта тема, потому что, как говорит мой муж, когда необходимо немножко завернуть за угол, да, и мыслить на перспективу, то именно в онлайн-предпринимательстве я увидела, зачем стоит будущее, куда стоит направить свое развитие. Ну и так как растут дети, нужно тоже быть в тренде, да, чтобы не отставать от своих детей. Поэтому... Так, коротко обо мне, то есть я повторюсь, если хотите более подробно про меня почитать и узнать, то это заходите на основную страницу еленка.бойко. Основной эфир здесь занимать не буду. И смотрите, то есть если мы говорим про продвижение в социальных сетях, ну, я больше буду опираться на Инстаграм, потому что эта социальная сеть набирает оборот, она мне очень нравится, очень мне симпатизирует, потому что очень все удобно, быстро, доступно, да, можно донести информацию до своих подписчиков. И стратегия бизнеса, да, какова? Мы не говорим о товаре и не кричим о названии компании, да, там во всеуслышание, то есть какая у нас замечательная компания, Табуретка International, у нас все так здорово, у нас там самый лучший маркетинг-план, у нас там все самое-самое лучшее. Понятно, что в любой сетевой компании все самое лучшее. То есть это и так понятно, да? Если вы пришли в этот бизнес, значит, вы опирались на какие-то свои критерии выбора, и, естественно, она лучшая, да? Поэтому мы не кричим на своей странице о компании и не кричим о продукте. И что еще... Такой большой ошибкой является, да, это выставить баночки или там пакетики, там, ну, в общем, выставлять продукт.
да, вот то, что является продуктом вашей компании, напрямую, да, то есть показывать еще, как где вашего лица нету, вот именно конкретно баночки. Открываешь страницу, открываешь ленту в Инстаграм, а там какие-то баночки, призывы, сейлы, скидки, ну, то есть вас нету, есть только продукция и баночки. Если мы говорим про стратегию бизнеса, да, то это личный бренд. Сейчас есть такое понятие, как премиум бренд. Это когда вы, есть вы, и есть та компания, в которой вы развиваетесь где-то там. Но первое – это вы, ваши ценности, ваши увлечения, ваша позиция жизненная. То есть вы показываете себя интересным человеком. Если вы заинтересуете вашего потенциального там, клиента или партнера своей личностью, то тогда вот ему вообще абсолютно будет без разницы, чем вы занимаетесь, он просто будет хотеть быть с вами, хотеть быть в вашем окружении, делать то, что вы делаете, заниматься то, чем вы занимаетесь. Поэтому опора идет на личный бренд. И есть также стратегия, да, то есть выстраивание личного бренда. Это, как говорится, отдельная тема, да, для разговора. Вот у нас сегодня стартанул марафон «Звезда Инстаграм». Мы проводим командой, где мы эти азы даем. То есть марафон бесплатный. Единственное, что условие при личном сопровождении, если вам необходимо это личное сопровождение на 6 дней стоит 400 рублей. Но, согласитесь, мы в магазине больше тратим, да, нежели мы потратим на личное сопровождение. И вы находитесь 24/7 с обратной связью. Такие марафоны у нас стартуют раз в месяц, вот август, следующий марафон примерно через месяц будет в сентябре. Поэтому, кому интересно, ставьте в ежедневниках галочку, да, чтобы не упустить следующий марафон, либо следите за новостями на моем канале. Следующее, да, то есть важное, то есть в стратегии бизнеса, да, и продвижении себя, это, конечно же, понимание своей целевой аудитории. То есть все начинается с личного бренда, да, то есть мы выстраиваем цепочку, то есть понимаете, да, то есть личный бренд, целевая аудитория, кто он, твой потребитель или твой партнер, сколько ему лет, где он живет, как он выглядит, есть ли у него семья, какие у него увлечения, какие у него хобби, какие у него боли, какие у него мечты, какие желания. То есть вы все должны знать про свою целевую аудиторию. И целевая аудитория, да, то есть вы четко должны понимать, ну, то есть не то, что понимать, а ответить себе на вопрос, кто ваш подписчик и почему он должен подписаться именно на вас. Для помощи тем, кому интересно разобраться с целевой аудиторией, я рекомендую с целевой аудиторией разобраться. Вы также на моем телеграм-канале можете найти чек-лист по целевой аудитории, очень подробный, я его составляла из собственного опыта. И вы можете, опираясь на этот чек-лист, прописать свою целевую аудиторию. Если кому-то нужна помощь в этом, то мы можем следующий мастер-класс провести в формате не прямого эфира, да, на Instagram-аккаунте. Мы можем сделать, я могу сделать Zoom. И на примере одного из участников мы разберем страницу и посмотрим, совпадает ли вообще страница с его целевой аудиторией. Есть ли там вообще позиционирование личного бренда. То есть мы прям можем сделать разбор страницы, если мы, ну, вот в другом формате. То есть потом, кто будет в записи смотреть, если кто-то захочет, пишите, и возникнет такая необходимость, то, конечно, сделаем такой прямой разбор. Водички попить. Водичка, да, все. Да. И поэтому четко понимаете, да, то есть четко вы для себя должны определить свою целевую аудиторию. То есть идем
пошагово. Личный бренд, целевая аудитория, кто ваш подписчик. Дальше обязательно на вашей странице должна быть определенная контент, да, то есть то, о чем вы пишете. Это тоже очень важно, потому что порой мы говорим, что мы занимаемся бизнесом, а пишем на странице, ну, о чем угодно, о птичках, о погоде, о природе, но очень-очень мало полезного контента. Да, то есть контент делится на две такие категории: наживка плюс прикормка. Да, то есть это как вот на рыбалку мы ходим, да, то есть мы сначала прикормку, да, то есть как бы рассыпаем, а потом уже наживка. Вот то же самое, чтобы заинтересовать вашего партнера, ваш контент тоже должен строиться на этих двух китах. Да, то есть в каком формате? То есть мы пишем 4-5 постов полезных, один развлекательный и один о себе, то есть о своих ценностях, о том, что для вас важно, да, то есть на что вы опираетесь в жизни. Вот, развлекательный, то есть что значит развлекательный? Это какие-то конкурсы, лайктаймы, да, то есть что-то как-то вы взаимодействуете с аудиторией. И 4-5 полезных постов, то есть это вы даете конкретно какие-то полезняшки, да, то есть делитесь тем, что знаете сами, и, как говорится, люди именно поэтому нас и будут читать, потому что мы даем полезный контент. Следующий, да, элемент в этой цепочке – это трафик. Да, в трафик нужно вкладывать деньги, потому что органический охват на сегодняшний день не работает. Вас могут только увидеть там ваши друзья, и то не сразу, да, Инстаграм оповестит. И вкладывать деньги в трафик нужно. Но нужно начинать с маленьких порций, как говорится, да, не нужно в трафик, там, в таргетированную рекламу вкладывать большие деньги, не получить от этого результата, тем более хорошего таргетолога еще нужно найти и поискать. Ну, как ты можешь проверить, хороший он или плохой, да, то есть это только вложив в деньги, да, и поняв, есть ли результат или нет. Поэтому можно спокойно самим пользоваться, ну, доступными способами, которые не занимают там большой оплаты, и вкладывать обязательно деньги в трафик. То есть я говорю, меньше заплатите за свой ужин, но вложите деньги в трафик, это обязательно, потому что продвигать себя нужно, нужно, чтобы и Инстаграм вас тоже продвигал. Опять же, есть способы, да, на сегодняшний день для того, чтобы Инстаграм вас показывал и все больше и больше, как говорится, рекомендовал вас, выдавал в топы, да, то есть лайки сейчас не работают, количество постов там выходит, там 3-5 будете выставлять, тоже уже там не работает. Работает, если вы выходите в прямые эфиры, то есть ежедневно в прямые эфиры. Здесь уже работает такой механизм «выгодно-выгодно». Сейчас, ну, может быть, слышали, такая появилась молодежное приложение TikTok, Vine, и вот молодежь уходит туда. Если раньше молодежь была в Instagram, то сейчас большой отток людей уходит туда, в те приложения. Инстаграм, ну, переживает за отток своих подписчиков. И когда мы выходим в прямой эфир, получается, человек берет телефон, он в это время в телефоне, смотрит прямой эфир, соответственно, ему интересен аккаунт. И Инстаграм это видит, и он все больше и больше вас начинает продвигать в рекомендованное. Да, есть такая тоже интересная схема в сторис, да, воронка в сторис. Но, как говорится, об этом поподробнее в другой раз, да, я просто сегодня такой вот скелетик вот рассказываю, да, чем можно пользоваться и чем можно, ну, работать. Ну, то есть обязательно вот прям вот это нужно понимать, что в трафик мы вкладываем и время, и деньги, и
обучаться тоже этому нужно, да, хотя бы даже для того, чтобы потом понять и найти хорошего таргетолога, то есть ты должен какие-то базовые навыки и знания тоже этим владеть. Вот, поэтому имейте в виду, что трафик, вы должны выделять деньги для своего бизнеса на трафик. Следующий пункт, да, когда у вас уже подготовлен аккаунт, как говорится, шапка профиля, фотоконтент, аватар, вы знаете свою целевую аудиторию, вы пишете контент, да, и меня спрашивают, ну как ты научилась писать посты, или там вот как там научиться писать посты, я вот не умею, я пишу там, что попало. Ребят, просто начать писать. Но по-другому никак. И когда вы написали один, второй пост, вы его написали, потом прочитали с позиции вашего аватара, да, то есть с позиции вашей целевой аудитории, затрагиваете вы интересы целевой аудитории, не затрагиваете вы интересы целевой аудитории, переписали пост, да, то есть выложили, смотрите, какой отклик на пост. Но только писать, только через практику. Контент только через практику. Не бывает такого вот раз, и по волшебству ты стал писать клевые посты. Но такого не бывает, только практика. Дальше, то есть трафик. Следующий пункт, когда уже у вас это все отлажено, да, вам уже поступают заявки, там, в личные сообщения, в директ, или там, если у вас настроены в шапке профиль напрямую связь с вами, там, в WhatsApp или Telegram, и вам пишут, что там хотят консультацию, да, то есть мы проводим человеку консультацию по кольцу жизненного баланса, либо мы делаем разбор профиля, да, кто обладает этими навыками, то есть какой-то вклад мы делаем в человека обязательно. Обязательно сделать. Причем, то есть, неважно, каким вы бизнесом занимаетесь, понимаете, вот даже, там, не знаю, человек, которым занимается парикмахерским искусством, да, и он хочет себе новый приток организовать клиентов, да. То есть что, он не может провести консультацию человеку там по уходу за волосами, или там как ему там подобрать себе прическу там или все что-то там, или по кольцу жизненного баланса, потому что все мы люди, и все мы живем в окружении, в обществе, и я все больше и больше слышу, ребят, да, способы заработать деньги я найду, или там к тебе обращусь, ты мне покажешь, расскажешь, у тебя есть система, да. А ты мне помоги отношения выстроить, помоги, у тебя есть там инструменты, как можно выстроить с мужчиной отношения, как можно с ребенком наладить отношения, как больше радости получать от жизни, да, как полюбить себя, потому что многие же говорят, что все начинается с любви к себе. Да, то есть, и а как полюбить себя? Что это такое за понятие полюбить себя? То есть, ну, здесь очень тонкая грань между эго и любовью к себе. И вот это все и разбираем на консультации. Опять же, если будет запрос, мы организуем тоже Zoom, и я покажу, как через технику вклад на примере одного из участников провести консультацию по колесу жизненного баланса, и человек с нее уходит, у него уже есть краткосрочный план действий. Да, то есть не в плане какого-то достигаторства, а именно в плане кайфушек, да, то есть кайфушек, вот, получения удовольствия от жизни. И он-то играючи будет что-то улучшать в себе, в каждой сфере своей жизни, и он будет получать абсолютно другие результаты в своей жизни. Поэтому консультация, обязательно техника вклад в каждого человека должна присутствовать в вашей цепочке продвижения, то есть в вашей стратегии бизнеса. Следующее, то есть это декомпозиция. Декомпозиция – это анализ вашего бизнеса. Вот у нас в июне месяце у нас Лига Чемпионов стартовала, 21 день была. И вот на Лиге Чемпионов Артём Нестеренко давал такую Excel-таблицу с формулами просчитанными, то есть тебе не надо заморачиваться,
ты прям вставляешь там, допустим, написал название поста, сколько было лайков, сколько охват у этого поста, и какой был отклик на этот пост, и вот у тебя идет прям анализ бизнеса, то есть ты видишь картинку своего бизнеса. Бизнес нужно анализировать, и неважно, то есть онлайн, либо офлайн он у тебя проходит, то есть это обязательное условие, ну, это вот равносильно, что индивидуальный предприниматель занимается бизнесом и не делает отчетов по своему бизнесу, да, там не сводит дебет с кредитом, расходы, приходы и тому подобное. Поэтому однозначный анализ в бизнесе, декомпозиция должна быть. Мне, конечно, было бы полезным, да, то есть интересным получить от вас обратную связь, было ли вам полезно, интересна та информация, которую вы сегодня услышали. И смотрите, вот подведем такой итог, да, то есть стратегия бизнеса, из чего состоит? Личный бренд, целевая аудитория, вы отвечаете на вопрос, то есть мы двигаемся так вот по восходящей. Личный бренд, целевая аудитория, вы знаете, кто ваш подписчик, формула контента, да, соблюдаем формулу контента, трафик, консультация и декомпозиция. Вот из этого состоит вот вся стратегия бизнеса. Также я приглашаю вас на интенсив от Артема Нестеренко, на бесплатный интенсив, который пройдет 6, 7, 8 августа. Он будет проходить в 19:00 по Москве. И Артем всегда на этих интенсивах дает много полезняшек. И книжки, и чек-листы, и какие-то конспекты, и бонусы. Ну, в общем, ну, на этих вот бесплатных интенсивов очень много полезной информации. И закрепить вот то, что я сегодня вот этот скелет дала, то есть Артем еще больше и больше будет раскрывать это все. Возможно, там даже можно будет получить там и декомпозицию, да, чтобы там самому не морочиться с этой таблицей. Не знаю, точно сама буду ждать, что там будет интересного. У меня еще этот переход со временем будет, поэтому я точно в 2 часа ночи, наверное, спать сегодня не буду. Обязательно посмотрю сама, то есть интенсив этот, потому что очень много полезняшек. Артем всегда с таким, ну, как с большим откровением, да, делится о новинках, потому что он обучается в Америке, и самое-самое свежее, самое вкусное, то есть всегда вот рассказывает на своих вот этих бесплатных вебинарах, интенсивах, то есть очень много-много всяких полезностей. Вот, поэтому, кому интересно попасть на этот бесплатный интенсив, у меня в шапке профиля на канале Еленка Бойко, ой, не на канале, а на инстаграм-аккаунте еленка.бойко есть ссылка, которая называется «Бесплатный интенсив». Вы туда нажимаете и попадаете. Запись не знаю, будет или не будет, потому что обычно, ну, может быть, сутки висит, потом нет. То есть главное зайти по ссылке, зарегистрироваться, чтобы на почту пришла ссылка для входа. И потом, то есть, ну, это я говорю для дальневосточников, да, у нас, потому что будет 2 часа ночи, да, в 19:00 по Москве, 2 часа ночи, и возможность посмотреть утром, возможно, будет еще. Вот, возможно, будет до следующего мастер-класса возможность посмотреть, да, то есть, ну, вот, потому что 3 дня будет идти. Поэтому, ребят, заходите по ссылке, переходите, смотрите. И вот то, что я сегодня дала, вы еще больше закрепите на вот этих интенсивах. А может быть, что-то, ну, не может быть, а точно много нового еще для себя узнаете. Вот. Мне было очень приятно пообщаться в эфире. Поэтому заходите, смотрите, переходите. Возможно, я сохраню запись этого эфира, и его можно будет посмотреть даже больше, чем 24 часа. Все, с вами была я, ваша Еленка Бойко. Пока-пока. Всем хорошего вечера и дня.